Всем привет-привет, вы на канале Вот ГСН, канале, на котором вы всегда найдете, что посмотреть по танкам. В день я публикую по несколько видео, и YouTube позволяет отправку всего 3 сообщений о выходе новых видео на канале, на который вы подписаны. Если вы хотите это изменить и видеть сообщение о выходе новых видео полностью по всем видосам, то, прожав колокольчик, нажмите на все уведомления с канала. Ну и буду благодарен за лайк по данным видео, потому что в этом видео специально для вас я солью 20 тысяч золота, и это очень много. И если я заберу всего лишь Эриха, если вообще его заберу, то даже 20 тысяч для Эриха это очень дорого. Я уж молчу про то, чтобы докупать дальше контейнеры. В отношении стоимости контейнеров, как видите, один контейнер оценили в 2500 голды. То же самое, усредненная цена 2500 золота за 5 контейнеров. То есть здесь стоимость контейнеров равна абсолютно полностью. В отношении 3 контейнеров вроде бы типа выгодней. 2333 золотых монеты за один контейнер. Но еще более выгодно в моем случае покупать себе, ребят, контейнеры вот эти. 20 тысяч золота за 10 контейнеров, потому что здесь контейнеры будут стоить по 2 косаря голды, то бишь на 500 золота дешевле, нежели один покупать, ну и на 333 золотых монеты дешевле, чем набор из 3 штук. В отношении же вот этого комплекта 45 тысяч золота танк не стоит однозначно, поэтому покупать его не имеет абсолютно никакого смысла с лету, да и плюс к тому здесь стоимость контейнера усредненно получается 2250 золота. Поэтому покупаю вот этот контейнер, а точнее вот этот набор контейнеров, ну и надеюсь на то, что мне из этого набора все-таки тачка выпадет. Хотя если только один, блин, Эрих выпадет за 20 тысяч золота, это будет перебор. Все-таки это, ребят, 9-ка, и говорить о том, что она стоит этих денег, я не осмелюсь однозначно. Но! Блин, как я обрадовался, думал, 4 награды, сейчас будет Эрих. Нет, 200 золота. 200 золота из 20 потраченных тысяч. Ой, слушайте, что-то у меня начинает сердечко покалывать. 3 контейнера, 4 контейнера, ну... Ну давай, родная, ну подкрути мне немножко. Половину контейнеров открыл, блин, что я наделал-то? Да что ж такое-то? Что ж происходит? Ну, ай, блин! 20 тысяч в унитаз, неужели? Нет, будет Эрих, будет Эрих! Есть! А чему я радуюсь вообще, ребят? Скажите мне, пожалуйста, я купил Эриха за 20 тысяч, блин. За 20 тысяч купил 9-ку в голом состоянии. Чему радуешься, дурачок? Ребят, не знаю, насколько это было выгодное мероприятие, но как-то немножко какая-то голда там вернулась. То есть уже не за 20, а тысяч за 19 я его приобрел. Ну и в принципе все на этом. Вот такое вот открытие. Пишите в комментариях, считаете ли вы, что за 20-ку покупать себе 9-го уровня танчик в голом состоянии это нормальное, адекватное поведение обычного нормального танкиста. Я лично, честно говоря, так не считаю. Я, по правде говоря, рассчитывал, что а вдруг мне там еще какой-нибудь солидный контейнер выпадет помимо Эриха, или Эрих еще раз мне выпадет и даст немножко компенсации для того, чтобы хоть как-то приблизить его к адекватной нормальной цене. Нет, ну как для на... Ну, как для машинки, простите, заговариваюсь, с нормальными, сбалансированными ТТХ, и с учетом того, что это новая тачка, то тысяч, наверное, 15 машина стоит в составе какого-нибудь наборчика с той дребеденью, которая мне из контейнеров посыпалась. Но 20-ка, это реально дорого. Пошел снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира, везения, ну и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.